люди ищут. Перед всеми они, вот они стоят, пожалуйста. Это ешечка со спойлерами на вайтбоде. Бери, не хочу, как говорится. А пока никто не видит, мы тихо срисуем все черные ходы этой известной команды. Так, разорились на термоленту. Очень странно. Фитинги торчат дорогостоящие. Колеса импортные. Ну, конечно, непривычно. Непривычно, Макс. Как-то очень, очень дорого и элитно. Ну, а как поедем, скоро узнаем. Теперь серьезное место. Здесь люди, уважаемые, отдыхают не только на автомобилях, но и на лодочках. Говорят, вот, надоедят гоночки, купишь себе лодочку, поставишь в нее какой-нибудь турбомотор. Ну, вот кассерию, например. И поедешь гонять. Вот, говорит, расход небольшой, всего лишь 100 литров на 100 километров. И можно куда-нибудь в тайгу фигачить и кайфовать. Там удочку достал такой, рыбку поймал, уху сделал. Кайф!